1 января 1975 года вступил в строй новый цех «Меховой номер 2». Он оборудован новой технологической цепочкой. За прошедший год работники цеха проделали большую работу по освоению сложного оборудования, отладки целого ряда узлов. С января 1976 года новый цех вышел на выпуск 1 200 000 квадратных метров искусственного меха. На фабрике освоен новый вид ассортимента – пледы из жаккардового меха, пользующегося большим спросом покупателя. Большинство рабочих на субботнике работали на своих рабочих местах и перевыполнили плановые задания. Победители соревнования поздравили руководителей цехов, вручили им переходящие выделы. Многие инженерно-технические работники в этот день трудились непосредственно за машинами, на рабочих местах контролеров ОТК, машинных швей, подборщик, чулок. Фонд нашей Родины дзержинцы безвозмездно отчислили несколько тысяч рублей. Родной коллектив на коммунистический субботник пришли ветераны фабрики, находящиеся на заслуженном отдыхе. Торжественно отмечали жители города Ивантеевки пролетарский праздник трудящихся день 1 мая. Они демонстрировали свою сплоченность и преданность коммунистической партии и советскому правительству. Особенно нарядная и праздничная была колонна нашей фабрики. Thank you.
Thank you.